Все время задают вопросы, если население будет не согласно с решением Акима, решением местного маслихата и так далее. Ну, во-первых, они свой протест могут выразить следующим образом. Обратиться в правовые органы, что есть нарушение закона. Раз. Во-вторых, митинги, собрания, пикеты и так далее будут разрешены законом. И если люди недовольны, они могут тысячами выходить и требовать отставки Акима и депутатов, и доказывать, что те нарушили закон. Вообще в мире, я сам живу во Франции, здесь очень много акций протеста, полиция сопровождает, охраняет, чтобы не было каких-то конфликтов. Фактически каждую неделю выходят на улицы десятки тысяч людей, блокируют площади, выходят на перед парламентом, акции протеста, депутаты выходят к ним, их слушают, и тогда все эти неправильные решения, они меняются.